А это продолжение первой части. Кто не видел первую часть, подсказочка будет вверху. Так, еще автобус. О, автобус со спорткарами. Hello. Hello, guys. Hello, guys. А, не-не-не, как он говорит? Тихо. Пашки? Вот купили? Так, смотри. Не, так. Принеси меня. Стой. Хай покуп. Маркет. Бикси. Марихуана. $2 $2 Так, мы идем за бухлом с Пашей. С утра. Так, что бы купить? Да, мы решили сегодня здесь начать по-другому. Да. Взять бутылочку покрепче. Так, давай возьмем бутылочку покрепче. Давай. Так, что мы тут имеем? Водку? Нет. Я не буду водку, Паш. Давай, чем? Это хотелось бы, во. А чё? Так, какой здесь есть винишко? Тоже винище, возьми. Смотрите, ребята, майот, значит, да? Умножаем на 2,5 эту цену. Получается... 10 тысяч рублей. Майотик здесь стоит 10 тысяч рублей. Если вы купили майот, значит, вы богаты. 2 тысячи рублей. А вот Викуся набирает тут у нас. Что у нас тут? Пони есть. Стоит 10 по 10 рублей. А. Тетя подошла тут, видишь, сейчас что-то толкнет. Помочь хочет. Ты молодец какая. Я тут грибами красивые. Ну да. Вот. Вот так вот. Я тебе говорю, вон, выбирай любую. Давай возьмем гранаты. Ух ты, very nice. Пень. Смотрите, около магазина пальма стоит. Все, забирай. Пойдем. Начали свою жизнь по-другому чуть-чуть, по-человечески, да? А тут надоели стесняшки всякие вот эти. Вот смотрите, пиво вот это местное со слонами. Пепси нашел. Так, ну, ликер, блин, 100 бат стоит, прикинь, сколько тут хватит. Так, нам надо пепси. 2 литра. Для начала. Как у меня попа гуляет? Что это? Что это такое? Чипсы? Чипсы. Что за чипсы? Так. Какая это? Купили? Чили. Чего мне купили? Кроссов. Мне? Adidas. Когда-то зимой все было. А, мне это в тот момент ничего не купили. Тебе купили ничего, что я Гуччи вообще? Блин, сколько же здесь всяких вещей, вы просто видели. Разновидность. И тем более, причем это уже старый какой-то своз вещей. Прикиньте, это уже старое, но для меня, для нас, это вообще капец, что-то новое, интересное. Эти вот Adidas, все это вот. Это считается уже старье. Никому не надо. Здесь-то пиздец просто для нас. Короче, Москва вообще охуевший город. Очень завысил на все цены и так далее. Вообще видели такие вещи? Просто вещи потрясающие, стоят вообще ничего. Потому что если кому-то какие-то надо вещи заказывать, обязательно сделаем доставочку.
Так, вот, Паш, выбираем кроссовки. Дают три вида шнурков. Четыре. Четыре вида шнурков. Покажи-ка, как выглядит. Короче, я примерила на себя костюмчик Adidas. Правда, шорты чуть-чуть великоваты. Сейчас попробую найти размер поменьше. Ну, майка вообще нормальная или трэш считается? Напишите, пожалуйста, в этом комментариях. А внутри другие полоски, с этой снаружи другие. Кроссовки на видео. Вообще крутые. Смотрите, здесь есть стол плитой. И мы сейчас будем кушать суши. Да, только это, воды нет никакой. Сейчас. Мы где Литл, а Волк. Одеваем новые обновочки. Ой, ну красавец вообще. Слушайте, так идет эта футболка вообще, такой милый в ней. Такой пупсик. А мы, кстати, напомним, где Литл Волк. Вот здесь вот так вот интересненько.